up, bro? What's up, bro? How you doing? I'm good. We got here, man. Yeah, yeah. All the way up. День начинается с того, что я сюда добирался. У нас тут будет стартовать автопоезд. Автоквест — это как обычный квест, только на машинах будем разъезжать. 17 машин, то есть 17 команд. Это автоквест от заправки. Тут я запикаю, потому что это реклама. Что, мы ничего не рекламируем? Нет. Сразу губки так сделал, да? Привет. Я приехал один из первых, полчаса. Молодец, ты успел придумать хронологию съемки. Ну да, я все сделал. Нет. Вот, приехали пацаны. Саня, это наш главный смотрящий всего Харькова. И, конечно же, Женя Шинкарев — это один из лучших ведущих Малиновки, да? После Терновой. Конечно, Терновой. Чугуйского района. Чугуйского района. Чугуйского района. Я властелин Чугуйского района. Все, с тебя хватит, Женя. Боже мой, сейчас нам дают инструкции, что нужно делать, как вообще это все будет происходить. Куча всего. С нами работает сегодня квест «Изоляция», вот. Поэтому должно пройти очень круто, потому что это все-таки компания «За дело». И Евгений Шинкарев. Последняя точка, а тебе проходит последнее задание. Да, мы вчера обсуждали целый час. Теперь самое интересное, мне нужно добраться на Держпром и очень быстро. Вот мне выдали такую хрень. Все, сейчас хочу, дали колонку. Буду стоять на входе в метро. И будем снимать манекен челлендж. Это моя точка. 17 команд, 17 манекенов челленджа. И кто лучше сделает, тот получит больше всего балла. Все на машинах, а я пешком. Я успел, думал, что не успею. Yo, what's up, bro? What's up, bro? How you doing? I'm good. We got here, man. Yeah. Короче, я сейчас стою на Держпроме, вот познакомился. Repeat, what's your name? My name is Toby. Yeah. Toby, it's my new friend. Yeah, in Ukraine, in Kharkov. Yeah, we just chilling. Right here, yeah. Right there, everywhere. Yeah. No flexing. Enjoy yourself, bro. Yeah, короче, нам очень весело очень. Сейчас первая команда уже пришла, ждем вторую и продолжаем. Вот, уже подошла четвертая команда, все улыбаются, все машут, все большие молодцы. Сижу как бомжара под Держпромом. Еще осталось так руку протянуть и просить денег. Не, на самом деле прикольно, люди соглашаются. Я думал, будет полный мороз, но не тут-то было. You mad, bro? I'm fucking mad. Yeah. I've been waiting for so long. I'll be waiting so long for my girlfriend. Always. Это Тоби, и он ждет своего друга очень долго. Уже нервничает, переживает. И знаете, что до меня дошло, что мечты сбываются, потому что я всегда мечтал себе друга, именно чтобы он был черным, black guy. И моя мечта сбылась. Тоби стал моим другом. Он даже подписался на мой канал. Круто?
Тоби дождался своего кореша. Он уже нервничал, стоял, матюкался. Ну реально, он где-то час точно стоял и ждал его.